Они старались и ползли, садились на мель пузиком, но не сдавались. Более 250 малышей от 6 месяцев до 2 лет на скорость преодолевали дистанцию 10 метров. Родители приманивали и подбадривали малышей самыми неординарными способами – телефонами, игрушками и даже едой. Вот у нас племянница нас сагитировала. Все за спорт. Чем заманивали? Как заманивали? Браслетом. Ей нравится, за игрушками так поманишь и побежит. Веселая, активная. Ребенку интересно, наверное. Она уже со всеми пообщалась, поигралась. В будущем как считаете, спорт давать мне? Конечно. Да? Какой? Гимнастика. Папа решил гимнастику. Уже есть какие-то попытки? Конечно. Ноги выше головы задирает. Преодолеть дистанцию необходимо было строго ползком. За соблюдением правил следило строгое жюри. Нельзя толкать, нельзя подтягивать. И это дается на самом деле родителям очень сложно, потому что вы видите, что накал страстей такой, что уже хочется, чтобы быстрее, когда осталось совсем чуть-чуть. Были случаи, когда нервы у родителей не выдерживали, они делали вот так. По итогам соревнований маленькая Лиза заняла почетное 2-е место. Не зря Лиза заплела косу. Чувствуется хвостики, ну почти косы, маленький хвостик. Золото ползункового чемпионата у Адиля Алеева. Семейный праздник «Мы – одна семья» за 2 дня собрал более 1000 участников. Спортсмены от 2 до 5 лет соревновались в гонках на талокарах. Мы очень рады на самом деле вернуться. Обстоятельства сложились так, что мы не имели права проводить массовые мероприятия. Но табаляки с удовольствием откликнулись. И поэтому сегодня у нас, как всегда, полный зал. Смелые участники преодолевали на скорость дистанцию в 25 метров верхом на машинках-каталках. А в воскресенье ребята вместе с родителями приняли участие в проекте «Конструктория». Это действительно первые шаги в соревнованиях. Я надеюсь, они все к нам потом придут на наши спортивные площадки. Ну, а вообще, конечно, это эмоции, это хорошее настроение, это семья, собираются вместе. Видите, работают все, и папа, и мама, и бабушки. Все хотят уже стать на своем первом старте чемпионом. Все маленькие спортсмены получили подарки, а победители и призеры еще и медали. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.